играть. Ну, то есть, я бы сказал, скорее, ну, не 50 на 50, но 60 на 40. То есть, ну, процентов 40 людей было, которые говорили, что Томас должен доказать, что... Ох ты, добивай гол! 1-1! Не случайно замечательный вратарь. Лючич все-таки наковырял свою шайбу. И это первая шайба финальной серии Кубка Стэнли от Бостона. Милан Лючич. Вот тут у Милана Лючича, конечно, показатели 3 гола за 29 последних игр. То есть это и плей-офф, и регулярный чемпионат. В среднем чуть больше 2 бросков за игру. Вот за эти 29 матчей. Но все, я к тому говорил, что, в принципе, я спрогнозировал, что Лионга будет первым вратарем. Вот знаешь, как люди, обсуждавшие вот эту десятку, предоставленных, по моему мнению, вратарей.